С вечера меня беспокоило состояние Гуччи, и я снова привезла ее в ветдоктор. Сразу скажу, что в этот прием мне не удалось собаку показать ветеринару, потому что был сложный пациент, и мы приедем сюда утром. Ну а пока на видео мы находимся в ожидании. Ждали очень долго, где-то порядка 2,5 часов. Со время пребывания в клинике Гуччи снова вытошнила, и я, конечно, очень переживала за это. Также до того, как приехать на прием, ее вытошнило еще и дома. В общем, вчера мы не дождались приема. Сейчас поедем с утра еще с Гуччи, потому что вчера там тяжелый пациент был. Вот. Сейчас поедем. Непонятно, то ли хуже, то ли лучше. Температура вот понизилась. Поэтому поехали мы снова в клинику. Кушает плохо, воды много пьет, писает много. Стошнило вот еще один раз ночью и вчера в клинике один раз. А, еще один раз перед выходом. Это получается вечером один раз. Даже вечером два раза. Разница в 2 часа. И ночью. Просто потому что она сейчас так себя ведет, да? И уколы она не хочет себя лишний раз укрутать. Либо если она вас вообще не ела. Угу. Чтобы внимать. Угу. Может, тебе внимания не хватает, а? Вот, честное слово, вот смотрю, это. Ну, вчера-то мы приходили, она поникшая была. А сейчас вот мы пришли, она прям активная. Угу. Еще ждать, да, или? Нет, все, ага. Спасибо большое. Давай. До свидания. Угу. Вот так. Это заначка была. Ну как? Так, все, я больше так нет. Я поехала с Гученькой опять к ветеринару. Температура 37,5. Хвост опустила, сейчас на улицу вышли, полегче. Я ей вчера корм дала, не тот. Ну вот, видимо, прямо даже нельзя было чуть-чуть дать. Сейчас поехали к ветеринару, пускай посмотрит. И корм заодно там купим, этот гастроинтестиал. Именно для нашего желудка. Вот так вот кормить неправильной едой. Может быть, кстати говоря, и на сухой корм такая реакция. Сейчас спрошу ветеринара, что он на этот счет думает по поводу сухого корма. Че, Гуччи, взять тебя на ручки? Конечно, ж такая жара еще. Поедет на автобусе. На автобусе еще ни разу не ездила. Готовится, кажется, покакать.
ждем с Гучей на остановке автобус, да, Гутик? Вроде на улице сразу полегчало. Даже не знаю, просто тогда со мной прокатишься. Может, температуру, конечно, померяем еще у врача. Ну или спросим. Гути! Гути, пойдем? Пойдем дальше. Пошли. Пошли, пошли. Гути, пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем, Гути. Села, сидит, не идет. Пойдем. Все, Гучи наконец-то покакала. Я очень рада. Гучи счастливая и довольная. Да, Гученька? Ой, вообще. Гучи, вот видите, как важно иногда покакать. Да, Гуча? Я тебя так понимаю. Вот так-то. У кого бывали запоры, тот поймет. Какая-то важная функция нашего организма. Покушать, а потом почистить свой желудок. Ну что, мы пришли, Гучи вообще на больную не похоже. Ну просто вообще. Гучи, ну и что? Мы не пойдем никуда на прием? Что-то на больного-то не похоже собака. Гучи, скажи, я уже запомнила. Чтобы сходить сюда, надо приболеть. X-Mail, район конина. Это что? Это вот такой мы еще не брали. Это прям очень мелких размеров. Мы сейчас взяли какой-то
тоже зеленый, типа вот такого, что ли. Такой покупали. В принципе, она его хорошо кушала. 10 кг. Пока ждем, покажу вам, что тут есть. Всякие лоточки. Тут вот корм для морских свинок вот дешевле, чем мы берем. 285 рублей. Тут вообще по 135. Тут для крыс. Пока для хомяков подходит, нет? Куча, нельзя прыгать, не прыгай. Что, вниз хочешь? Куча, пойдем взвесимся, сколько ты весишь. Пойдем. Пойдем, пойдем взвесим. О, поправилась на 100 грамм. Супер. Куча, там ничего не лежит. Лежит там ничего. О, всякие вон ёжики. Вот они это любят грызть. Ходили мы к врачу на прием, не пошли, потому что температура 37,5, это в норме, до нормы. Гучи повеселела, на больную даже не похожа, даже не грамма вообще, даже рядом. В общем, ветклиники мне очень нравятся, за исключением там вот одного врача, имя не буду называть, грубоватая, если кто пойдет, сразу поймете. Мы к ней не пошли, она нас не приняла, и я очень ей благодарна за то, что она нас не приняла. Зато мы на следующий день попали вообще к отличному доктору. Как будто бы нам просто вот она сказала, что вы знаете, я такая грубая, я вам не подхожу, и все. Но сначала я прям хотела, чтобы нас приняли. Погода вообще замечательная. Гучи, что, на ручки тебе взять? Пойдем. Погода шикарная. Тепло. Ветерок. Мы почему-то думали, что холодно. Выходные обещают тепло. Будем наслаждаться. Смотрите, какая Гуча счастливая. Все, сейчас зайдем в фикс прайс. Посмотрим пару контейнеров для хомяков. Если есть, возьмем. Купим. Если нет, то домой. Наверное, уже на такси поедем, не на автобусе. Тоже очень жарко кутил. Язык аж вытащил. Вероничка нас уже заждалась. Thank you.
домой. Веронички купили в фикс-прайсе оливки с лимончиком какие-то, пусть попробуют. А то она обычно только маслины кушала. Гуччи сейчас посидит, отдохнет от жары в тенечке на травке и пойдем кушать корм. Гастроинтестинал вкусненький, да? Ты же проголодалась сегодня уже, Гуччи? Ну-ка, кто у тебя тут ползает, какая-то мошка? На Гуччи вот сразу видно любую мошкару, которая садится. Гудюнку, гудюнку, девочка. Удю-дю-дю-дю-дю-дю. Ой, еще кто-то сел. Черный. Пойдем, Гуччи, домой. Все, сейчас будет сидеть тут. Домой пойдешь? Гуччи, домой. Надо нам свой дом, да, скажи, чтобы в любой момент могла выйти на травку погулять. Подольше, да, не так. На улку. Чем Гуччи домой не идет. Сижу с ней. Вообще никуда не идет. Как прилипла попка к траве, так и сидит. Вообще ничем не сдвинешь. Сижу тут с ней. Гуччи смотрит тоже лифт. На каком этаже, да, Гуччинка? Реально смотрит. Домой. Все, Гученька кушает хорошо. Купила ей вот такой корм Проплан гастроинтестиал. Вот. И вот такой тоже Проплан Фортифлора. Очень хороший. Вот она прям кушает уже вторую порцию. Да, Гучик? Съела уже все? Ой, все съела. Гуч, я тебе могу еще положить, если хочешь. Еще надо? Или хватит тебе уже? А то сейчас объешься, облопаешься. В общем, будем теперь кормить только таким кормом. Насчет сухого, когда пойдем к ветеринару, я сейчас спрошу. Может быть, правда, действительно, только такой. Ну, все, скушала. Пустая тарелочка. Ой, это уже лишний кусочек ты уже куда-то потащила, да? То есть ты наелась и хочешь зарыть этот кусочек куда-то, да, Гученька? Не надо его зарывать. Давай его в холодильник лучше уберем, а то он потом будет невкусный и старый. В общем, вот. Теперь все, кроме меня. Вот моя еда. Это чечевица, макароны, паста, помидорчики. Вот у меня еще фунчоски немножко. Ням-ням. Готовит салатики из пророщенного Маша. Тут у нас Маш. Вот. А тут вот гречку сегодня посадила. Написано, что будет готова через 18-20 часов. Вон она такая зелененькая тоже. Да здравствует. Да здравствует живое питание. Вероничка теперь на моем велосипеде катается. Что теперь нам делать? Ника, может, мы тогда твой велик продадим и купим еще один такой же? Два одинаковых? Вот как Вероника едет на моем велосипеде. Сейчас много не буду снимать, а то у меня еще куча видео не отредактированных. Как бы я хотела сейчас посмотреть видео, где я маленькая вообще. То есть вот пока это кажется вроде бы как не надо. Но на самом деле я тут смотрела какое-то советское кино, где деток в садике снимали. Это такие воспоминания, это возможность. Вот мозг, он же не понимает разницы между прошлым и будущим. А потом со временем, когда мы какие-то установки приобретаем, в жизни и не всегда правдивые, частенько ложные, через эти установки искажаются вот эти вот воспоминания. Кому-то кажется, что где-то что-то было не так, и наоборот. И вот эта возможность вернуться своим мозгом как бы туда, в прошлое, и посмотреть, как оно там все было. И еще раз возможность
Ну, знаешь, как книгу читаешь и прочитал книгу, и спустя 2 года снова эту же книгу читаешь, и уже совершенно другие выводы, потому что сознание меняется, опыт каждый раз меняется, и в общем, это здорово. Поэтому я думаю, что Вероника будет очень рада, и она пересмотрит точно все серии, и все детки, у кого родители снимают видеоблоги, точно это здорово, это точно польза. Мне вот так ноги... Мам! А? Все, Вероника научилась кататься на моем велосипеде, на свой она больше не хочет. Надо менять велик. Сейчас, я упала. Так, дубль 2, да? Дубль 2. Ой, ну вообще прямо... Это супер, это как... Дубль 3. Дубль 3. Дубль 40. Я вот так вот еду. Привет. Мы поехали вот спросить, когда занятия начнутся. На музыкальную... Ого! Ну ты вообще мастерски-то упала. Все хорошо? Нет. Ну руки только. Ну выкажи. Ну уж не синяки, но тряхивай. Обшорты. Вообще. Так, ладно. Офис открыт 23 июня. А, ну все. Вот так ты. Как будто я вот так все потрогаю. Как будто я потом сидела. Так, это мы про то, что папа не дает лифт потрогать и кнопки, да? Как будто я потом буду... Как будто ты такая... Оближешь весь лифт, сломаешь и выкорчешь. Где? Да. Где? Вон. Ага, большой такой. Огромный. Сколько стоит? Сколько стоит? 1100. Нормально. Так, Глори джинс кепок вообще нету, ни одной. Прикольно. Это XXL, это огроменно. Да. Все клевые. Вот это мне цыпленок желтый, да, понравился такой класс. Вот сейчас цыпленок желтый, вот эти. Наверное, где-то в этих местах. Сумочка. Купальники, сумочки. Ой, Ника, у тебя сумок. Но... Мы пришли на рынок за кепками. Смотреть здесь. Кто соскучился по рынку, вот вам рыночек. Рынок жив. Ой, какие платья блестящие. Смотри, Ника, смотри, какие блестящие. Ой, как они блестят. Любимый тут походить немножко. Правда, практически ничего на рынке не покупаем. Но... Иногда хочется... Вот, мне кажется, кепки висят. Много кепок. Что-то знакомое. Что там? У Влады прям такая же. Ну, давай ее и возьмем. Подожди. Какая больше нравится, ту и бери. Вот. Какая тебе больше это... нравится? Тут киска нарисована. Вот так вот делай, смотри, вот так. Я знаю, знаю. Там больше, меньше делает, она знает. Деньги хочу. Хочу. Это ж сахар. Чуть-чуть сейчас. Ну, чтобы на чуть-чуть это было вот. Да. Любительница корейских продуктов. Вот я сделаю эту, Маш, и будешь еще его кушать. Да. Он вкусный. Зашли на рынок, тут вот Маш продают килограмм 190 рублей, а я за 170 покупала
500 грамм в магазине. Он тоже такой же хороший, я посмотрела. Вот. Чистенькие. Маленькие. Да? Да. Вот такие. Не то, что вот такая крупная стола. Да. Все-таки, ребята, мы купили не 12 монет, а 13 маленьких шоколадных монет на рынке. Вероника меня монетки. Уговорила. Да, монетки. Я думала, там только Маша и Медведь такие монетки. Поехали, поехали. А там обычные. Ладно, посмотрим, можно посмотреть. Потом мы миримся. Молодцы. Наше призвание. Нет, наоборот, дружба. У нас уже совсем вечер. Сегодня прямо видео про Гуччи одну. Гуляет в зеленой травке. Совсем полегчало. Сейчас встретили Гуччиного друга Яшу. Так, где-то там-то. Вероника, он.